Саженцы магнолии Суланджи Джинни, темная крашеная магнолия, которую поистине можно назвать самой морозоустойчивой. Ведь растение спокойно переносит погоду в минус 30 градусов. Крона кустарника стремится вверх, поэтому диаметр небольшой, 1,5 см. Высота магнолии 3 метра. Благодаря компактности сажать растения можно в любом саду, где много солнышка и нет ветра. Бутоны имеют черно-красный цвет и напоминают по форме тюльпаны. Постепенно раскрывая лепестки, цветы достигают 15 см в диаметре. Этот вид магнолии хорошо подойдет для маленьких садов, но отлично будут смотреться и на большой площади. Магнолия Суланджи Джинни – это кустарники высотой 300 см с типом роста, среднерослый, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает до 15 см. Лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету зеленый, летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения нет шипов. Важно, что магнолия Суланджи Джинни самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.